Материнская любовь не знает преград. В этом можно еще раз убедиться на примере жительницы Сербии. Женщина по имени Ольга Бошкович забеременела в 17 лет от любимого человека. Все было хорошо, пока молодой человек не узнал, что она ждет ребенка. Мужчина под каким-то предлогом поехал в город, а назад уже не вернулся. Девушка осталась одна. В деревне свои устои Ольга это понимала. Она знала, что ей придется терпеть насмешки и косые взгляды односельчан. Родственники настаивали на том, чтобы юная девушка избавилась от ребенка, только она была непреклонна. Беременность Ольги проходила в нервной обстановке, ей было очень нелегко. Скорее всего, стресс и стал причиной того, что ребенок родился больной, с диагнозом ДЦП. Врачи сообщили молодой маме, что сын никогда не сможет ходить. 18-летняя Ольга не оставила сына, а забрала его домой. Родители дали дочери отдельное жилье. Правда, оно больше напоминало маленькую каморку, чем жилую комнату. Мальчик рос, ему нужно было ходить в школу, так как он должен быть социализированным в обществе. Мать решила, что он будет посещать школу так же, как все дети. Путь до нее сын преодолевал на спине матери. Ольга каждое утро приносила в буквальном смысле сына в школу, а после занятий на своей спине относила его домой. Прошло время, парень вырос, но передвигался точно таким способом. Социальная служба предложила матери инвалидную коляску. Только любящая мать отказалась от помощи, сказав, что ей приятнее самой носить своего сына, чем возить в коляске. У мужчины недвижимы ноги и правая рука. Только это не стало преградой для изготовления красивых поделок из дерева. Мужчина их изготавливает, а затем дарит своим друзьям и знакомым. Он нашел себе любимое занятие, которое дарит радость окружающим людям. Больше всего 78-летняя Ольга Бошкович боится того времени, когда ее сын останется один. Кроме нее, о нем позаботиться больше некому. Если вам понравилось данное видео, оцените его, пожалуйста, лайком и напишите в комментариях ваше мнение. Большое спасибо за просмотр.